Я Смарч Филлипс. У меня есть для вас важное задание. Спасибо, сержант. Какое же? Уничтожить немецкие подлодки в Атлантике. Мы проигрываем войну. Гитлер не играет по правилам. И мы не будем. Как вам известно, меня не особенно любят в больших кабинетах. То, за что вас не любят, как раз меня и притягивает. Мне понадобится моя команда. Они вам не понравятся. Они немного... Нет! Того. И это правильно. Это совершенно секретное и неофициальное задание. В случае провала Англии придется жить под немецким сапогом. Das ist nicht собака, das ist моя жена. Оборжаться. Только безумец пойдет на это. Сейчас же вернитесь назад. Алло, вас не слышно. Пожалуйста, идите на... Министерство неджентльменских дел. Фильм Гая Ричи.